Итак, всем привет, дорогие друзья. Это вторая часть серии Outlast 2. Прохождение этой игры на моем канале. Со мной Никита. Здрасте. Он хочет посмотреть, как это все происходит. Будет также комментировать все. И нам, короче, надо уйти от какой-то тупой бабы, у которой какая-то штука, блядь, в руке. И, короче, капец, Никита. Посох. Нам надо уходить. Там не посох, там крест какой-то, блядь. Вот, в итоге. Ну, короче, давайте все обсмотрим. Короче, Ники, смотри, если я иду вот к этой вот херне, она колет меня, блядь. Мы санаторе? Не колет. А в той серии колола, блядь. Серьезно? Да. А у нас покрышечка. Вот, я покрышечка. Вот думаю, там не идти. Блядь, какого хрена? Чё за херня, куда бежать? А вот, давай, сваливай, блядь. Чё вот? Всё, что ли? Я мама режиссер. Я у мамы режиссер, я видеооператор, блядь. Ага, а чё это такое? Чё это он делает? А-а-а, видал? Он её двигает. Ты ж нихуя ты, блядь, функциональный. А чё тут делать? Я не понимаю, что тут надо делать, блядь. Чё тут? Чё ты как? Давай рассказывай, чё было? Просто не было в первой серии. Ну было то же самое почти. Ты ненавидишь его. Ты ненавидишь его? Кого я ненавижу? Я... Да, ненавижу. Я не понимаю. О, да кто-то есть! Слева. Где? Во, справа какая-то херня. На миду. Где? Мид. Да, он вдали. Чё-то висит. А да, это показалось. Блин, ты меня не пугаешь. Так, что нам делать? Как нам идти? Может... Тут вот. А, во, смотри. Так, давай смотри. Давай, что-то как-то. А ты будешь обрезать? Что такое там? Зачем? Да? А, может нам вот тут таут надо? Да? Ну-ка. А вот чё, спецсек какой-нибудь? Блять, чё, как нам туда попасть? Я не понимаю. Сейчас как? Сейчас... А, ты двигай балан, ёб твою мать. А, двинуть надо, то есть. О, давай, блядь. Попробуем. Давай. Матури коммерс. Запрыг. О, нифига, а в первой части, слышишь, такого не было. Ну, потому что я зашел. В первой части, ну, я имел ту игры. В первой части. Так, глава 8. Шли войну, да, хмалях, земля моя посушены, как описано. Оставок тебя и... Ну, понятно, здесь какие-то, сука, маньяки живут, блядь. Наркодилеры. Маньяки. Маньяки, которых из дудо сейчас буду, короче, Никита. По-любому мы будем из дудо сейчас. Понимаю, вот, смотри, вот, блядь, лопата, блядь, веревка, возьми лопату, сука, трынь ты башку, да? Нет, так, по сути, да, по сути. Нет, ты прикинь, в реальной ситуации попадёшь, но этот хоррор, страшно. Но этот хоррор сделали так, и что, блядь? И в первой части, блядь. Чё упал, дядя? И во второй части. Подкнулся? Нельзя с ними... драться. Ты чё хочешь взять? Братан. А, очки потерял. Где? Ой, блин. Вот тут ты овца, слышь? Смотри, какая хрень у неё в руке. Бог хочет, чтоб я умер. Хорошо? Окей. Это мой дядя. Кто твой дядя? Вон там, стоял. Так, подожди, ну куда идти-то? Подкуривал сигарету. Так, о, батареечка. Как я говорил. Таня в этой игре просто... Спрятаться в бочке? Что, блядь? Жили. Как я и говорил ранее, здесь можно. Здесь батарейками вообще полный шлак, блядь. С батарейками. Поэтому надо их стараться экономить, блядь. Вот, вот, некие вилы валяются, блядь. Как... Нет, чисто физически то да, можно так-то взять и. Стоит радио, а батарейки нет, видишь? Блядь, подстава. Так, давай. Вот здесь она будет худого, ёпта, это овца. Опа. А чё это? То есть... Ладно, да. Ну, пока что... Такого, чтобы аж испугаться, не было у меня. Да, блядь, даже, понимаешь, у меня даже сердечко даже ваша не стукает, камера понимаешь? Оснащена микрофоном. Нажмите V, чтобы слушать через стены и записывать звуки. Ты дурак. Я не слышу ничего. А как это делать? Так, откроем. Да, надо там, короче... Вот... Нет, закрывай, ну и надо. Тихо, во-во! Закрывай.
Ай, баланда. Подожди пока. Так, выключим пока. О, похаваем! Бублик. Бля! Мои безумные дела! Иди в баню! Иди нахрен! Чё? Мать, это дело додался. Твою мать, я так испугался сейчас. А у меня нормально. А я и кушаю. Откуда он вообще? Да, блять, Андрюх. Он с этой, ёпта, с двери сзади, по хребтине, надо бы утекать. По хребтине дал мне, блядь? Так, поем, брат. Давай. Микрофоном говоришь, да? Давай это прям... Да, во! Хоп, и закрыл ее. Понял? Открыть. А, вот окно, слышишь? Твори, конечно, звуки эти. Ну, я кушаю. Я буду не минимально. Говорю тебе, всемогущий Гуиспур. О чем он разговаривает? Давление твое идет от поколения к поколению. Видишь, да, вон. Все из-за гор Сион, которые пустынны. Лисы бродят, что? А, отвергнутый, по-настоящему отвергнутый. Братиш, ты куда? Меня покушать принес? Куда они? К тебе, слышишь? Спрячься, ёпка. Думаешь? Да. Я её проходил. Уже? Правление твоё идёт в колени. У тебя по три жопе. Одно... Тоже, блядь, разговаривай, слышишь? Три жопа. Так, ну давай посмотрим. Ага. Братиш, братиш, братиш! А есть тут интересно? Пиги-пиги. Пиги-пиги! Как у Олега, блядь. Нахуй, пиги-пиги, братан. Ты чё, так, говорю брыш? Тебе, о всемогущий господь. Это какие-то эти, слышь, сектанты, блядь. Ну, тебе, вот у нас точно так. Такие же. Вон, вон он идет, да? Пошли, да, убегай от него. Блядь, так, в туалет. Толкан. Это не CS GO, тут в туалет хер спрячешься. Ну, блядь, я выебаешься. Ну, уже стрёмно, ёпта. Да хуйня. Тут ещё один, ёпта. Вот, прячься, брат. Домик. Домик, погнали в домик. Закрываем, на. Так я... Всё, держи. Я ещё раз повторяю. Огонь. Таких... О, таких... Опа-на. Таких играх лучше закрывать всё на свете. Все двери, блядь. Братиш, ты тут? Кто-то тебе ВК, да, написал? Нет, это какое-то оповещение. Так, он где? Выходишь? А вот, можно вот здесь спрятаться. Интересно. Где он? А, тебе надо что делать, я ничего не пойму. Иди, вперед. Короче, враг! Я вижу. Беги, брат. Суть такова. Ты муж, короче, а у тебя есть жена есть. Вы летели на вертолете, она, короче, какая-то журналистка. Вы должны были попасть на какую-то пресс-конференцию, типа такого. Вот. И... Попали? Да вот, походу, да, попали, блядь. Блядь, тут еще один, сука, ходит. Блядь, спрячься, да. Я в бочку спрятался. Беспалевное место, братан. Беспалево. Я охерево. Ого. Братишь, ты видел его, блядь? Да, братан. И скажи сейчас, что тебя не знаю, да? Забей, он тебя типа не видел, да? Оп. Лол. Братан! Так, раз, первый пошел. У него минус 3 со зрением. Блять, мне батарейка сядет скоро. Типа ты вообще бесшумный, братан. Вообще не палимся, блядь. Так, короче, надо отсюда сваливать. Как-то. Блять, у меня батарейка кончилась. А есть еще одна? Твою мать, у меня нет аккумулятора. Да выебывался. Ну... Ну все, мать. Валим, чё? Ты умираешь. А как ты мне выйти? Алло. Алло. Пробел. Бля, братан! Вот он стоит. Я увижу, блядь. О, тётя Зина, здорово. Он к тебе идёт. А соседку тётю Зину! Блядь, пошёл на... Пошёл на... Куда бежать? А я поем. Пошёл на... Блин, куда бежать? Сука. Забей, надо тебе тут стримовать. Короче, слушай. Давай, да. Он, блин. Короче, когда уйдёт, мы...
Спринтовать. Да, спринт устраиваем, короче. Так, в этих комнатах мы были? Были. Там вроде бы ничего не было. А, да? Ну, нам и так надо идти. Через комнату. Пиги-пиги! Батарею мне дай, братан. Пошел ты нахуй! Братаны, ни хера, тут двое! Сваливаем, 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 да там сваливаем. Блин, тут трое их! Сука, у меня лагает все. О, не... Чего за херня? Грех для лечения. Хэд для лечения. Блин, ты его наматываешь, точнее, да? Так, пока они там что-то делали, мы, короче, уходим. Понял, да? Я, конечно, ничего не понял, но это так, было весело. Ахуй. Итак, после маленькой паузы мы продолжаем. И, короче, на тут капец, ребят. А чё там? Они болтышка были. Он что-то снимает. Нифига, подкаты, Warface. Переиграл, что ли? Он, походу, Warface переиграл, Ника. А чё снимаешь? Я не знаю. У меня? А у меня камера отключена вроде. Фига у них это. Громкоговорители есть, блин. Там тетя Зина сидит, слышишь? С этой, с печом. Хелп, что ли, я не пойму. Куда нам идти, не пойму. Не, назад не надо, я борту. Назад не надо, я знаю, там их очень много. А, во-во-во-во-во, давай. Ну, ты умираешь. Почему? Как это я умираю? Подожди, идет сохранение? Ты умираешь. Падший с небес, как мятежный ангел. Ты гуф. Блять, ну здесь уже что-то начинается, Никитос, у нас с тобой. Видеокамера. Там кого-то хотят казнить, короче. О, давай заснимем, боржом. Хайп. Сука, подожди. Все, делаем, конечно, маленькую паузу. Соседку тетя... Причека, ща проверяешь, я тебя убивают. Смотри. А что нам делать? Подожди. А мы не могу я? А вот, 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 ага. Можно сюда вот пойти? Нельзя закрыто. Вообще не палится, блядь. Ты все, ты КВП. У меня там тетя Зина сидит, убивали. О, видишь, это она. Закрывай, да? Закрываем нахуй. А есть тут эти? Бля, петель нету. А ну-ка давай поподымем. Делай фоткай, фото. Фоткай. Фотка. Селфи. Мать. А что тут написано селфу было? Там написано то, что Gabe No Name. Адский враг. Блин, вот я не пойму, здесь у них адский. Господ, ёпта. Непонятно ничего. Мне О, здорово, братиш. Здорово. Братиш, а тут кто? Мой зять. Это Иисус, похоже. Похоже на то. Зять твой. Лол. Так, разблокировать. Он в крови висит. Так, крова. Крова, тем в крови. Пойдите назад. Опа. Погодишь. Оп. Нет никого. Давай. Ну, тебе это ГГВП. Сейчас тетя Зина выходит, я тебе говорю. Сейчас по-любому какая-нибудь постава будет. Тетя Зина выходит, я тебе говорю. Ребят, сейчас какая-нибудь жопа будет стопудово. Чека, я тебе говорю. Тетя это... Зина. Давай лучше вот так, да. На картах. Как да, в смысл? Тетя Зина там. Так. О, форта Масео, я. Блин. Брат. Пацаны, а чё вы делаете, пацаны? Отдыхают, курят. Здорово. Вот и упырь, ёпта, а. Фу, таким страшным быть. О, мерзость. Так, опа. Какой-то ключ, давай. От тюрьмы. У кого-то тебя надо снять. Так, кого-то, походу, нам нет, давай, надо спасти. Давай подумаем, кого может. О, лол, чё такое? Мои... Тачи мои. Нота. Слышишь? Прочекай, подожди. Кого можно освободить? Освободи, попробуй, слышишь? Сейчас, подожди. Да, ты сейчас упадешь. Что рассказать ему о лучшей истории, которая, как я надеюсь, является только следствием моих страхов, чем больше. Его главный... Кто там? Кто там, блин? А тебе говорю, ты умираешь, брат. Давай, сваливай. Сваливай, братан. Давай, братан, ты можешь. О. Походу тебе хуёво, пацан. Да не, он под спидами просто. Прикалывается. А кого? Видишь, я подхожу, нет, ничего не могу сделать, короче, я. Батарейка, найс.
Найс, найс, найс. Так, ну пока что я не знаю, куда нам идти. Давай посмотрим все, да? Да конечно уж, братан. А собаш... О, о, тетя Зина, бля. Тетя Зина, арбуз будут утром? Продавать ты будешь арбузы, нет? Вари, забрали тетю Зину. Надо забрать потом ее. Так. Ключ мы нашли здесь, да? Значит, нам очень... Та вот, я так думаю, нет? Поднять. Слышь, у меня сердце, блин, что-то не к добру это. Никит, не страшно. Не к добру, братан. Ты скажи что-нибудь там умное. Знаю, пока что. Я? Ребятам, да. В смысле умное, я, блядь, не говорю, сердце, блядь. Освобождает его дудоса, который этого... ебло хомяка. Как я это сделал? Подойди к нему. Подойди к нему. Вот это, что ли? А, лол, он сдох уже, ёпты. В смысле? Во, от, от передоза? Он, да, все готов, ёпты. А, ну все, тогда вот и бэк. А, я понял, я понял. Вон она, дверь. Слышишь? Нет, смотри. Подожди. Нам туда надо попасть. Вниз, братан, походу вниз. Ну-ка спустись вниз. Там надо, походу, открывать, походу. Какую? Не? О, здорово. Да. Блядь, его, бедолага. Нет, Ника, тут нет ничего. Нету ничего, ну, давай-ка, давай, наверх. Давай. Там надо, у тебя ключ надо открыть, чувствую. Графику, а, во! А мы ему с тобой мучили. Так, давай. Бля! Сука! Здорово. Помоги мне, помоги мне. К тебе уже, бог. Слава богу. Понимаешь, то что не я играю. Ну то есть. Бог может ему только. Бог поможет, да. Бог помощь. Так, бинты. Он афтизин. Толстый поможет, да, Ника? Это толстый. Так, вот это мне не нравится сейчас. Ну это нормально, ты сейчас упадаешь обратно. Открывай быстро так, мне нравится. Наш, короче. Персонаж? Да. Главный герой, так сказать. Пиво. Пробуем водку на столе. Что это? О, блядь, что это такое? Это моя еда. Утром, ёпты, на обед. Ну это святое. Иисус распят. Это надо отомстить. Толстый, опять толстый. Одни толстые, слышишь? А чтобы вы заметили, мы играем ночью, ребят. Ну, Андрюха, я. Такого, да. Прикол. Так, а я могу спрятаться, блин. Зачем я его открыл? Пиги-пиги. Ого, ага, поспим. Что-то мы нашли. Так, глава 1. Так, дьявол, застревающий в аду. Чего проник? Да. Не читай, братан, зафоткай. Не, ну надо же как-то это посмотреть. Вон, да, дядя Федор посмотри. Фиг, быстрый такой, мне нравится он. What the fuck? Умри от меня. Чего? Умри от меня? Открывай дверь, говна. Я вас всех перебашу. Одна левая, правая. Он в шляпе, чувак. Братан, он в шляпе. Ага. Меня лагануло. Фриганул, да. А, сохрани. О, враг. Фризила. О, там ползет кто-то, ползет. Где? Вон, да. Это она? Брат. О боже, проклятие. Ага. Ты что, вниз пошел? Я спрыгнул, что ли? Я со второго этажа спрыгнул. Нахер ты прыгнул? Сейчас... О, жопа тебе, братан. О, господи, Блейк, ты в порядке? Нет. Нет, что за черт? Она тебя сейчас съест. Это дерьмо, нужно бежать. Она съест тебя, брат. Конечно, нужно бежать, блин, там эта гребаная дура. Кочергой, блядь. Сваливай, братан, сваливай. Давай, давай. Вот ты варфейсер. Слышь, она тебя сожрет. Дальше отсюда, куда угодно. Нам надо, короче, сваливать подальше отсюда. Ну беги. Помни мой слайд, слышишь, Андрюх? Он идет сам. Андрюх. Слышишь? Она тебя сожрет, отвечаю. Да я уж понял, блядь. Она именно? Да, она. Почему? Что я думаю? Боже, ну, смотри, живот, весь живот. Живот. Что с тобой животом? Боже. Что-то не так. Чё? Ты беременна, наверное? Дурочка. От кого, блядь? От президента США? От нее, от которой он то это. Дура. А чё мы еле идем-то? Что? Слышь, мне нравятся они. Надо убегать, говорит, ёпта, или идет? Чё делать? Блядь, у меня скоро это разряется. Хуй мы стали. Алло? Мы идти-то будем сегодня, нет? Назад газине чуть, назад. Назад. Что делать? Назад. Не могу. А к ней? Вообще не могу ничего делать. На нее посреплем в лицо. Ничего. Так, сейчас. Остановимся. Итак, ну вроде бы мы идем опять тут же. Да. После небольшой паузы. Нужно остановиться, мне просто нужно.
О боже. Она тебя съест, братан. Святой Иисус. Что тут происходит? Я думал, ты умер. Да, умер. Когда ты упал, я подумал, что мы все умерли. Все хорошо, я здесь. Нам нужно выбираться отсюда. Конечно, нужно, блин. Я не могу говорить об этом. Лин? Дети, у меня есть новости. Нелегкие, но славные. Сегодня вечером, спустя все эти годы и страдания, наша вера была признана. Что-то здесь попахивает какой-то баланды нечего. Поносом, блядь, ядрёного понять, братан. Тёт, автоматически он сам идёт. Ну всё, пусть идёт, радуйся. Давай посмотрим. Живи, когда? Радуйся. Природа. Фонарик выруби, фонарик выруби. Чёрт, электричество. Он сумасшедший, они все нахрен сумасшедшие, грёбаные ублюдки. Пожалуйста, Блейк, я просто хочу выбраться отсюда. Ты беременна? Что за хрень тут творится? Дьявол её в её животе. Я не могу, не сейчас. Она беременна, а он орёт, что дьявол её в животе. Давай просто уберёмся из этого места, пожалуйста. Ты слышишь? Посмотри на глаза. Кому? Её? Да, ты видел? Нет. За меня реально страшно стало просто. Блин, палим там. Ты видел? Боже, о, здорово. Назад. Клянусь сраным Христом. Ну, дай бог мне такое сказать. Вау. Что за фигня? Встань от меня, отвали. Лен, нет, ублюдки, отвали от меня. Уберите от меня руки. Нет. Всё, мать твою. Грёбаные ублюдки. Они её чё? Слышно было? Слышишь? Братиш! Андрюк! А! Подожди! Чуваки, что? Это парами, что ли, а? ГГ-сочка. Да вообще жопа какая-то. Что-то стремноватенькое уже. Понеслась, походу. Ну, смотри. Что она здесь делает? Я смотрел, как мой отец затрахал твоего бога господи. Бога господи, это как? Да, попал. Что она с ним делает? Блин, стойте, нет, подождите, не надо, нет. Что она с ними делает? Что это такое? У тебя залагало, братан. Я не знаю, что творится, но... А что, кто справа с... Я не знаю, он... Что он делает? Он ест мою ногу. Он мою ногу жрет. Боже. Кто такая? Ты кто, блядь? Мой бог не любит тебя. Не то, что я. Фу. Фу. Отстань от меня, дура. Да, любовь моя. Ах ты, мать, у нас. Пес орёт. Ах, мать, у нас. Думаю, мы ещё увидим. Рёк орёт. У тебя денег нету, чё с тобой разговаривать? У неё реально нет титик нет. На... Вам. Ух ты, куда ли, блядь. Нормально ли люди вообще, нет? Капец. Камеру свою возьми, очки бери, блядь. О, щит, Лин! Да, не, и это походу лагает из-за того, рука, что под... новая она, игрушка, я так думаю. Блин, так что делать? Очки надо найти, походу. Блин, она их убила, короче. На эту серию мы закончим, очки мы да. Так и... Ты не найдешь, в смысле, зачем тебе очки? Вот. На этом серию мы закончим. И дальше будем снимать третью серию. Да, давайте, ребята, I'll be back. Дай бог здоровья. Да. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик. И всем удачи, всем пока. До свидания. Этот был Outlast, серия 2. Пока-пока.